Муниципальный совет депутатов принял заявление главы муниципального образования город-курорт Анапа Сергея Сергеева об отставке по собственному желанию и объявил конкурс на вакантную должность. После того, как депутаты проголосовали за прекращение полномочий Сергея Сергеева, Вадим Козлов пояснил процедуру, по которой в Анапе будет утвержден новый глава администрации. Конкурс пройдет в два этапа. На первом будут оцениваться полнота, своевременность и достоверность предоставления соискателями необходимых документов. На втором этапе конкурс комиссия будет проводить собеседование. Кандидатуры, прошедшие оба этапа, будут представлены в городской совет.